«Флаг Украины – знамя мира». Акцию под таким названием провели по всей стране по инициативе президента. Жители более 100 районных центров сформировали из чернобрывцев и петуний части национального флага и отправили их в Киев. Там из них намерены создать самое большое знамя из цветов. В акции приняла участие и Запорожская область. Чернобрыцы желтые, петунии почти синие. В коммунальном предприятии «Зеленхоз» вырастили более 450 квадратных метров этих цветов, примерно 12 тысяч растений. Половина уже уехала в Киев в рефрижераторе. Эти готовят к отправке. Они и выносливые, и цветовая гамма подходящая, ну и имеющие довольно-таки пышный вид, для того, чтобы ну, вся картина была похожа на правду. Очень важно показывать патриотичный настрой Запорожской области, почему? Потому что ну, говорить о патриотизме и делать – это разные вещи. Из всех цветов в Национальном музее народной архитектуры в Пирогово планируют создать самый большой флаг Украины – примерно 15 тысяч квадратных метров. После того, как праздник закончится, растения передадут школам и детским учреждениям.